Цифровые технологии сохранят память о подвигах. Так решили в сельском клубе в Урнарском районе республики. Там взялись оцифровывать портреты, которые долгие годы хранились в запасниках и просто украшали стены. О чем могут рассказать безмолвные картины и кому удалось разгадать их тайну? 92 пары глаз смотрят вот уже несколько десятков лет на гостей и посетителей небольшого сельского клуба. В каждом взгляде история войны и жизни сразу после нее. Уникальная галерея. Кисти художника, достойного Стахановской премии, в свое время его усердие маслом всех вернувшихся с фронта, не понимали односельчане. Художники ходили по домам, писали всех ветеранов, очень спешили, потому что ветераны уже уходили, умирали, можно сказать. Некоторые лежали уже, но... Сколько успели, они успели 92 портрета, 92 ветеранов написать. Кроме портретов, в галерее пейзажи, графика, натюрморты в безвремени 90-х коллекцию сохраняли. Из последних и на последние. Что-то не уберегли. Теперь по кусочкам возвращают к жизни. Гипсовая бабушка рядышком с дедушкой. Вот этот вот оттуда. Да, это вот так. Так, давайте, мы положим на пол. А может на пол лучше? На пол. Все, сложить вот эту картину на полу. В галерею приезжала министр образования республики Алла Салаева. Это она предложила масло в цифру, историю со стен в глобальную сеть. Навсегда. И для всех. Сегодня мы работаем первый день. Мы оцифровали около 50 картин. Ну и работа еще будет продолжаться. Работ очень много. Ну, наверное, еще дня два или да, мы здесь будем работать. Помимо обработки уже постфотографической. Мольбер, тренога и фотоаппарат. Гигабайты бездушной памяти на флешке. Зато ветераны впервые могут оставить свои выкрашенные в подъездный зеленый цвет стены. Планируем здесь сделать, продолжить ремонт в помещении, сделать благоустройство прилегающей территории клуба. И приложим максимум усилий для того, чтобы данное место было местом притяжения. Когда работы будут закончены, маленькая галерея обязательно станет центром притяжения и памяти, уже такой живой и душевной, хоть и в цифровом формате. Вадим Муравьев, Анна Центовская, Павел Ракитин, Республика.